Так. Блин, а красивый какой, да? Угу. Вот таких Саня красавчика ловит, нам не дает даже покушать. О, красавчик какой. На кукурузу взялся. Что с тобой делать? Всем привет. Сегодня едем на рыбалку. Это про... что, брашку что ли? Брашку несет, точно. Здорово. Давай. Что, Саня есть? А? Саня с нами есть? Так. Хоть привет передайте, как не на рыбалку, как будто едете. Так, на родник заехали, пополнить запасы воды. Уху. Вода еле бежит. Засуха тоже. Она как бежит, надо чем-то набирать. А вон да. Струйка маленькая. Живительная вода наша. По весне лучше шла. Вот мы на месте. Потамшинские карьеры. Посмотри здесь. Вон только под подход. Там вот. Ага. Где вон там? А, вот. Мы не доехали. Где? Вон, смотри, подходы. Это вот где? На горе вот это, да? Не-не, вот. Вон, вон. А, вон, а вот, вон, вон. А, вот. Одна удочка. У меня 5 и дома еще есть, но я не взял больше. Следы есть, можно. О, а тут смотри, попасть. Затончик. Вон там, смотри, даже рыба. Так, друзья, мы на месте. Батамшинские карьеры. Сейчас вот пытаемся подыскать нормальное местечко. Ну,
мы еще поедем по работе. Ребят оставим здесь, они будут раскладывать лагерь, разбивать. Ну и походу будем пробовать дунки, удочки. Рыба вроде-то вся есть. Но как нам в этот раз повезет, смотрите в этом видео. Что такое? Ложка, говорю, самое ценное, а не удочка. Ладно, все, разгружаемся. Разбиваем лагерь. Более-менее подходящее место, раскладываться, рыбачим сегодня как и обычно, бойлы, жмы, кукуруза, черев, опарыш, тесто, ну все будем пробовать. Так, слегка прикормим. Так, сейчас немного прополочку сделаем. Зачистку сделали. Сейчас расставляться будем. Тут поводок сразу поменяем. Не пойдет такой. Уже все. Попробуем даже пошарить ручку. Силиконовую кукурузку попробуем. Вот так вот, две штуки. Оба. Так. Кашу забьем. Есть у нас дип вот такой, с запахом кукурузы. Вот так вот сейчас. Так, как она повести его видит? Посмотреть. Ну-ка. Что тут? Ага.
пойдет. Не играет. Так, ладно. Играет. Поехали. Вот так вот. Далеко не был. Ага. Богом. Недавно увидел в интернете поверье, или как правильно назвать, перед рыбалкой надо подсадчик намочить. Вот так вот. На удачу. Хотя я не суеверный, но попробуем. Может, что и получится. Так. Давай же мы их туда закинем. Опа. Ага. Глубина приличная. Так, соска. Ее поставим, что ли? Сибирского странника смотрел, он только на соски и рыбачит. И неплохих сазанов ловит. Сейчас проверим, на этом водоеме работает она или нет. Глубины здесь хорошие. Еще бойл поставим. Вот такой. На земснаряде ловил на него. На выход. Вот так вот, друзья, потихоньку раскладываемся. Три донки поставил, нажмык одну соску и на кукурузку силиконовую. Сейчас будем что-нибудь живое ставить, опарыша, ну и на тесто, наверное, попробуем. Время сейчас 2 часа. Это я сам клюнул. Паряется, выдыхается. Завой? Да. Почаще. И за рыбалку. Там зубы, 2-е место открываем новое. Не-не, вот это место хорошее. Дорога хорошая, прискакали быстро. Толдысай еще здесь. Да. Вот оно здоровенное было. Сам оператор у нас приходил. Талдысай? Там, говорит, какая-то плотина. Это где? Это перед этим. Ну, перед Зальёй. А? Зальёй, перед Хабы. Ага. Так. Блин, красивый какой, да? Вот таких Саня красавчика ловит, нам не дает даже покушать. Завтра бы время еще.
не поднят сначала. На червя, да, идет? На червя идет, да. Я что? Первого того большого вот так вот держал. Палка мышей. Я говорю, ушел нахуй. Стою, он здесь плещется в ногах. Бросился на него, поймал его. Ну что, молодец, поздравляю. И место, где мы, наверное, рыбачить будем. Нормально. Саня под берегом ловил, и в камыше он находится. Здесь вот как раз слева камышок мелкий. Ну и в ту сторону можно кидать. Нормально. Время 20:10. Солнце село. Клёва пока нет. Все в режиме ожидания. Не знаю, к ребятам не ходил. Что они там поймали, не поймали. Сейчас надо будет сходить узнать. Ну, на ночь, наверное, здесь останусь. Уже переходить никуда не буду. Завтра до обеда и домой. Ну что, друзья, ночь, уже сейчас 9:30, клёва нету, буду дежурить до утра, если что поймаю, то покажу. У нас поклёвка, друзья, поклёвочка. Карась.
неплохой. Ну, хотелось карпа. Ладно, пока в садок пойдешь. Доброе утро. Вот и рассвет. Ночь у нас прошла без клёва. Одна поклёвка была. До 12 карась клюнул. Потом всю ночь напролёт ондатра носилась туда-сюда. Прогрызли садок мой. Ничего не натворили. Вот что они натворили. Дырки какие-то наделали. Утащили карася одного. Один полуживой остался он еще. Сейчас уже 6 часов. Клюва пока нету. Будет, не будет, неизвестно. Утро хорошее. Сейчас перезарядим донки. И будем готовиться к утрянке. Хотя, по идее, уже должно клевать, наверное. Погода прекрасная. На донку пока не клюет, решил на удочку порыбачить. Камыш ходуном ходит. За камышом крупный плещется. Здесь мелочевка. Тут, наверное, детский сад ихний. Одна мелочь. Да что ты? Ты что там за головастики такие? Так, друзья, время 9:30. Клёва как не было, так и нет. Наверное, буду сворачиваться потихоньку. Так. Карась от ондатры спасся. Я ему, наверное, подарю жизнь. Пусть живет. Зараза, всю погрызла.
пусть живет. Это второго карася. Вот что-то. Вот зараза отгрызла. Ну что теперь? Пусть доедает. Так, сейчас ходил и завтракал. Рыбачить будем вроде бы до часу. Сейчас только 10. Наверное, сейчас все удочки соберу. Донки. Одну оставлю. И там в одном месте еще попробую. Хороший затончик там есть. Может, там что поймаю. Саня ночью еще одного поймал. В той стороне более-менее хоть время от времени поклевывает. Здесь что-то тишина. Сменил третью точку. Попробуем здесь еще. Не знаю, что получится. Но что-то надо менять. Так что это ненормально. Сутки просидеть, ничего не поймать. Что это такое? Что это такое? Ну, вот хорошее место. Сейчас попробуем здесь. Чего там зацепилось еще? Да. Маленький. Ух ты. Ну чё, иди за дедушкой. Красавчик какой. На кукурузу взялся. Что с тобой делать? Пустить, конечно. Ладно, пожалеете. Иди. Куда ты залез? Ага. Что тут у нас? Где это? Ну чё, карась, красивый карась. Чё тебе одного брать? Отпущу я тебя тоже. Сегодня ваш день. Хвост кто-то ему грызанул, что ли. На кукурузу взялся.
Давай, с Богом. Такая у нас рыбалка. Ловим, отпускаем. За сутки поймал 3 карася. Одного андатра съела. И 2 карпика. Все отпустил мелко. Карасики и так еще более-менее. Ну что их 2 штуки брать? Ни туда, ни сюда. Пусть живут, растут. На Саня не знаю, сейчас подойду, посмотрю, что он там выловил. У него улов неплохой должен быть. Закопал. Он молодец, он там. Там мелко, видишь? Что-то ловит, а я еще нет. Даже ловит? Да. Молодец. Я же говорю. Рубил, я же косил руками. А ты как думал? Не поработаешь, не поймаешь? Что там, Сань, поймал? Ого, молодец! 2 карпика, карасика. А ну пошли. Так он и... Вот такая рыбалка у нас получилась на Батамшинских карьерах. Ну, Сане больше повезло. Он 3 карпа поймал. 2 карасика, пару сходов было. Там место пологое, можете за это. Так что, друзья, я вам желаю удачных выездов, ни хвоста, ни чешуи. До новых встреч на новом водоеме. Пока.